Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами сайтом. Называется BlurBiz. Это, друзья, и рекламная площадка, и также мы можем зарабатывать абсолютно без вложений. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вход по имейлу, по электронной почте и паролю. Значит, это аккаунт. После того, как вы зарегистрируетесь, попали в кабинет, идем в настройки аккаунта. Привязываем кошельки. Здесь Payeer, Kiwi и мобильные телефоны. И Telegram привязать. Мне Telegram не привязывается почему-то. Ник Telegram имеет неверный формат. Почему так, я не знаю. Ну да ладно. Далее что? Статус у меня неактивный. Для получения статуса активный вам нужно пополнить свой баланс минимум на 100 рублей. Я ничего не пополняла. Значит, это у нас баланс для покупок. Это баланс на вывод. Вот здесь пополнить вкладочка. Если мы хотим рекламить, вкладочка «Вывести». Не выводить еще нечего. Значит, вывод производится на Payeer в режиме «Инстант» от 10 рублей до 100 рублей. В сутки можно подавать только одну заявку. Так, это я рассказала. Далее что? Здесь вот рекламка. Можно также сюда добавить свою рекламу, но нужно баланс пополнить на 20 рублей, и ваша реклама будет здесь размещена. Здесь вкладочка «Новости». Есть, друзья, баунти-программа. Пожалуйста, ознакомьтесь. И вот это все читаем. YouTube обзор. Telegram. Instagram. ВКонтакте. Так, Одноклассники. Блог, публикация в ваших чатах. Все заявки принимаются только через форму связи в личном кабинете или через раздел «Контакты». Если вы все условия выполнили, то согласно регламенту вам на почту будет отправлен промокод с денежным вознаграждением. Вы его сможете активировать в разделе «Промокод» и затем вывести свои деньги или потратить их на рекламу. Здесь расценки, как бы все это, ознакомитесь. Далее что? Можно зарабатывать, друзья, без вложений. Также здесь присутствуют бонусы. Но бонусы нам не дадут, пока мы не просмотрим минимум 5 ссылок. Значит, нажимаем «Бонус». Есть здесь квест 1000 рублей. И вот здесь все читаем. Ваш статус должен быть активен. Вы должны пополнить минимум на 500 рублей. Ваш общий вывод должен быть минимум 100 рублей. Ну и так далее. Это все просмотрите. Так, далее что? Еще. Так, бонусы. Следующий бонус — кран. Также мы не сможем получить бонус, пока не просмотрим платные ссылки. Значит, смотрите, вот эту информацию мы опять же все читаем. Значит, для получения бонуса нужно кликнуть по... Вот здесь будут баннеры внизу. По баннеру. Мне сейчас бонус недоступен. Я уже получала бонус. Значит, вот здесь, смотрите, узнать подробнее. Наводим мышкой. И что нам... Тут пишет: для повышения суммы получения бонуса просматривайте платные ссылки, и ваша сумма получения будет увеличиваться. 5 ссылок бонус составляет от 10 до 20 копеек. За 30 ссылок бонус от 10 до 30 копеек. Ну и по нарастающей. Посмотрите. Так, далее. Бонусы, идем обратно. Бонус Payeer. Он доступен только активным участникам. Бонус на Payeer могут получать только статус активен. У меня статус не активен. Я не могу его получать. Далее, бонус за подписку. Это в Telegram. Нужно перейти в Telegram, подписаться. Мне страницу не привязать.
Далее бонусы опять возвращают бонус. И промокод. То, что я, это по баунти программе. Промокод. Если вы будете выполнять баунти программу, вам на почту придет промокод. Вставляете сюда этот промокод, нажимаете активировать и получаете бонус. Далее, так, по бонусам я сказала. Партнеры. Вкладочка партнеры находится реферальная ссылочка. Также читайте информацию, если надо. Здесь кликаем, появляются баннеры. Также наша партнерская ссылка. Биржа партнеров. Можно покупать рефералов. Каждый реферал стоит 5 рублей. Вот здесь уже подороже. 24 и 25 рублей. Так. Это я сказала. Платные ссылки. Вот здесь мы просматриваем рекламку. Рекламка здесь довольно-таки неплохая. Есть по 6 копеек, по 4, по 3. Вот самая такая дешевая. Давайте посмотрим одну рекламку. Кликаем. Далее просмотреть сайт рекламодателя, нас перебрасывает на страничку. Ждем отсчет таймера. Далее разгадываем легкую капчу. Тут или бывает легкий пример. Так, 3 и 3, 6. Жмем. Окей. Все, нам копеечка засчиталась. 5 рекламок просмотрели. Можно получать бонус. Я уже бонус получила. Как я сказала, внизу, в самом-самом низу появятся баннеры. Так. Давайте даже я попробую, поставлю на паузу, просмотрю еще несколько рекламок, чтобы не затягивать видео, и покажу, как бонус активировать. Просмотрела несколько рекламок. Давайте перейдем в бонусы. Бонус-кран. Возможно, мне, не знаю, дадут мне сейчас бонус или нет. Нет, вы уже получали бонус. Пожалуйста, подождите. Вот такое количество времени. Значит, друзья, для получения бонуса опускайте сюда вниз. И вот перед последние 20 выплат перед ними будут тут вот такие рекламные баннеры. Кликайте по любому баннеру, возвращайтесь обратно, у вас будет вкладочка «Получить бонус». Кликайте по бонусу, «Получить бонус», такая синенькая вкладочка, и вам будет зачислен бонус. Вот у меня как бы уже 30 копеек на балансе. Так, ну вроде все я вам рассказала. Так, по бонусу мне все рассказала. Так. Бонус, бонус. За подписку сказала, промокод сказала. Квест сказала. Ну, в принципе, на этом все. Также можно размещать свою рекламку. Но прежде чем размещать, естественно, нужно пополнить баланс для рекламы. Вот здесь есть обмен еще. Так, в данном разделе можно произвести обмен с баланса для вывода на баланс для покупок и получить плюс 2% к сумме обмена. Вот. И вот еще тоже обмен. Какой-то. В данном разделе можно производить обмен с баланса для покупок на баланс для вывода. Взимается комиссия в размере 3%. Нормально. Вот. Вы минимум 100 рублей. Если у вас будет на балансе для покупок 100 рублей, можно зайти в этот раздел и обменять эти 100 рублей с покупок на баланс для вывода. Вот. Вот такой вот сайт. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Обязательно читаем новости, баунти, наш блог, видео, реклама, вопросы, ответы прочесть. Далее контакты. Ну, вот здесь мой аккаунт. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.